Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Это ярмарки краски. Итак, друзья, как я и обещал, ночь не сплю, делаю для вас видео по Черной пятнице по данным с азиатского сервера. С высокой вероятностью у нас будет все то же самое. Разве что цены в премиум-магазине могут отличаться. Жмите лайки за труды и давайте кратко посмотрим главное. Итак, Черная пятница будет в Адмиралтействе и премиум-магазине. Сперва смотрим Адмиралтейство азиатского сервера. И здесь видим несколько способов покупки черных кораблей. Так можно поиграть с удачей, и при этом есть шанс получить крутой корабль совсем задешево. Но сами понимаете, что при этом есть возможность и проиграть, либо получить не то, что именно вы хотели. Ну и второй способ – это действовать уже не через различные казино-контейнеры, а купить нужный вам корабль за дублоны напрямую. И здесь, о чудо, без всяких танцев с бубнами можно купить за дублоны даже уже выведенные из продажи корабли, в том числе такие имбы, как Жанбар, Массачусетс, Асасио и так далее. Причем они продаются даже со скидкой. Например, черный Жанбар обойдется всего в 16 550 дублонов, Массачусетс – 950 дублонов, Асасио – 6650. В общем, реально очень выгодные предложения с настоящими, а не придуманными скидками. Напомню, что обзор всех 22 кораблей Черной пятницы есть в моем недавнем видео, ссылка перед вами. Теперь заглянем в азиатский премиум-магазин. Ассортимент здесь следующий. Тут мы видим различные пакеты за евро. У нас, возможно, ценник будет дешевле. Но как по мне, вариант с дублонами в Адмиралтействе гораздо интереснее. Особенно если перед этим и дублоны купил со скидкой, а часть может и вовсе заработал игровым путем. Вот это главное, что нужно знать про Черную пятницу. Утром все прочтете сами. Думаю, у нас будет примерно то же самое. Акция действительно крутая для тех, у кого нет еще таких кораблей. Ну а у кого есть, уже несколько скучновато. Таким стоит подождать Нового года. Там, скорее всего, будут еще более редкие корабли, в том числе Enterprise и прочие, но через систему казино-контейнеров. Не забываем поддерживать канал, чтобы видео могли выходить и знакомить вас со всеми новостями максимально оперативно. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.